Спасибо большое. Вот как раз, кто был вчера на мастер-классе? О, отлично. Чуть-чуть еще одна реплика по вчерашнему мастер-классу. Эту песню я разговаривала с одной певицей, многие из вас ее знают, и говорила, почему ты не поешь записку? Замечательный романс. И она мне говорит, ну, Клавдия Ивановна в конце поет «О, я давным-давно не та». То есть вот как я же молодая еще, я же не могу так петь. Я говорю, так в чем проблема? О, я давным-давно не та, да? То есть вот мы с Магадашкой, варианты всегда возможны, и нужно их искать обязательно. Я думаю, что практически везде они возможны. И в заключение первого отделения еще одна песня. Называется «На начало и конец». Фадеева-Островский. Тоже из репертуара Клавдии Ивановны. К нам любовь приходит в гости, неожиданный, незваный. Это правда неучтиво, но таков любви закон. Появляется избранник, самый милый и желанный. Сердце сразу вам подскажет, это он. Если все, что он не скажет, вам покажется умно. Если вместе три сеанса просидели вы в кино, а потом дошли, гуляя с Донской, да разгуляя, и решили, что дорога не длинна. Если сердце застучало, вот оно, любви начало, вот оно, любви начало. Первая весна. Но порой любовь уходит, обманувши ожидания. Не всегда нам удается счастье прочное найти. Вы заметили впервые, что сегодня на свидание почему-то вам не хочется идти. Если он с гулянья рано провожает вас домой, не окольными путями, а дорогою прямой, и еще ворчит к тому же, что кругом сегодня лужи. Если сухо вы простились у крыльца, если в сердце все молчало, это вот и есть начало, это вот и есть начало близкого конца. Если чувство несерьезно, дело кончится печально. Всем присутствующим в зале я желаю всей душой неслучайного знакомства на площадке танцевальной, а любви глубокой, светлой и большой. Чтобы вы с любимым вместе жили долгие года, чтобы вы не помышляли о разлуке никогда, чтоб все маленькие ссоры ликвидировали скоро, чтоб стучали в унисон всегда сердца. Здесь влюбленных есть немало. Я хочу, чтоб всех вас ждало, чтобы всех вас в жизни ждало счастье без конца. Контракт сделаем. Минут 10, да? Хорошо, давайте.